Ну, дорогие друзья, посмотрите, сейчас я внешне выгляжу так. Так, боком. Вот здесь вы видите, как выглядел я ровно месяц назад. Я тогда весил 107 килограмм. Сейчас я выгляжу вот так. Вот здесь вы видите, как я выглядел месяц назад. Получается, посмотрите, бока ушли уже. Совсем осталось мало жира. Но все равно внизу, видите, вверх ушел живота, а внизу чуть-чуть есть жир. Но это поправимо. Через месяц, я думаю, буду весить 80 килограмм. Всем спасибо. Приветствую всех на канале ИСКЗ в ЦЗ. Сегодня прошел ровно месяц от того дня, как я начал худеть. И моя цель была похудеть на минус 15 килограмм. Максимально минус 15, а минимально минус 10 килограмм. Сегодня мы подведем итоги. Мы посмотрим, сколько я вешу сегодня, как я выгляжу внешне, что я кушаю, как я занимаюсь спортом, все наши прогулки. Сегодня у нас выходной с Наталкой. Мы пойдем погуляем, сходим в полицию, возьмем документ, который мне еще сделали на 2 года. Продлили, получается, по договору. И пройдет через 2 года, пройдет 5 лет, и я буду уже подаваться на трывалый побыт, постоянное место жительства. Получается, будет вот такое веселое видео. Кому не интересно будет та часть последняя, где мы будем гулять, там можете пропускать, посмотреть. Может, кому будет интересно, сколько я вешу, и все в этом роде. Но давайте увидим, что с этого получится. Ну, ребят, переходим к взвешиванию. Кстати, посмотрите, цветочки вот эти, розы. И вот эти, не знаю, как называются. Вчера было у Наталки день рождения, ее поздравляли, ее коллектив. Напишите, пожалуйста, в комментариях поздравления и поздравьте мою любимую Наталочку. Но переходим к весам. Все зафиксировалось. И смотрим результат за месяц. 93,4. Почти минус 14 килограмм за месяц, ребят. Без 300 грамм. Мне кажется, результат отличный. I'm not afraid to die.
Кинь солнце. Наталка кормит голубей. Смотрите, ребят, как красиво. Ребят, у Наталки вчера был день рождения, поздравьте ее с днем рождения, напишите в комментариях, поздравьте мою любимую Наталку. Но, как вы поняли, уже вес сделан почти, остался 1 килограммчик и было бы минус 15 килограмм. А, получилось минус 14, но это тоже очень хороший результат. Что я хочу сказать, как я этого достиг, смотрите, ребят, целый месяц не ел почти углеводов, исключил хлеб, сладкое, почти крупы. Один раз гречку делали, и то там я съел оттуда, может, 6 ложечек, перловки 2 ложечки. В основном все считал, килокалории считал, установил мобильную аппликацию и как бы все килокалории считал. Не выходил больше 1000 килокалорий в день, не съедал. Не употреблял алкоголь. И следующая цель, думаю, до апреля, до конца апреля, чтобы получилось 80 килограмм. Будет 80 килограмм, Наталка 8. Будет 50 килограмм. Да. Наталка, кстати, тоже со мной. Спасибо ей большое, то, что она поддерживала меня. И вечером, когда я приходил с работы, она уже не кушала. Поначалу кушала йогурты, а сейчас... И йогурты неохота ей, и она меня очень поддерживала, конечно, никаких посторонних запахов, которые провоцируют, чтобы сорваться, в доме не было. Как бы очень экономно это, на продукты уходит меньше денег получается. Вы покупаете просто овощи, купите большой кусок мяса, сварите его и будете этот кусок мяса есть неделю. Что еще? Перед сном я пил такой чай, делал, получается, имбирь и гвоздика, и выпивал стакан чая. Он как бы повышает обмен веществ, ускорит метаболизм, и как бы ночью, как будто я тоже худел. Проходил я по 15 тысяч шагов, по 20 тысяч шагов каждый день. Плюс каждый день занимался вот такой вот фитнес-зарядкой, которую вы видели. Поднимался на 5-й этаж пешком. Где-то в метро всегда старался какую-то вести активность. Плюс, когда поел в 10 часов утра завтрак, в час у меня был как бы такой небольшой перекус, 10 орешков, долька шоколада и чуть-чуть 10 ягодок там. А потом следующий прием пищи в 4 часа дня, и потом последний прием пищи где-то в 6:30. И потом я больше не ел, получается, вечером полностью не ел, ночь. И только потом в 10 часов, такой получается, был отрезок 16 часов интервального голодания. Но тоже как бы помогает, это за 16 часов, если вы не едите ничего, тоже организму надо брать как бы силы где-то. И, скорее всего, топился жир, и я худел из-за этого. Ну вот так, ребят, как я еще стимулировал, ну все, просто когда я поем,
Я никогда не ложился, я всегда вот утром я поел, я так высчитал, что в 10 надо сесть поесть, и где-то 10:30, если мне на работу в 12 к часу, то я выходил уже 10:30, просто на прогулку ходил, гулял, но я не лежал, ничего, чтобы эти калории, хотя их там не было, я в основном с утра ел овощной суп или что-то такое легкое, но все равно я не мог, чтобы лежать и чтобы это как-то там усвоилось, так я напрягал свой организм. Ну все, ребят, получилось вот такое видео, как бы, думаю, классное, да? Да, конечно. И это, что еще хочу сказать, сейчас идем в полицию и еще там кое-что снимем. Ну, ребят, мы находимся в таком месте, это такой бизнес, как сказать, бизнес-квартал. И здесь, посмотрите, уже мы были в Праге, получается, в исторической гуляли, а теперь мы идем в паспортный стол получать, получается, мое удостоверение, вот это повалень к побыту. И здесь мы решили пройтись пешком, и здесь уже построен такой бизнес-центр. Здесь находится много офисов, и вот это у них такая релакс-зона называется. И они здесь, получается, отдыхают, думают и... Ну, могут выйти на паузу и спокойно здесь проводить время. Посмотрите, сейчас февраль, и здесь все равно никто не замерзло. Это такие прудики. Покажи, там вот уточки, да, смотрите, камышки. Это все, когда зарастет, вот это все красота. Зеленое будет. И здесь вообще можно выйти на каждой паузе, лавочки, рыбу все сделано. Да, нельзя, да, ловить. Да, да. Ну, как бы вот так, ребят, продолжаем гулять. Вы поняли, наверное, по похудению, что и как. Я вам объяснил уже. Ну и все. Пишите в комментариях, покажите еще цветочки. Да, кстати, цветочки. Милые цветочки в феврале. В феврале, да, они цветут. Кустики такие. Ну, вот так, ребят. Ну, ребят, получилось вот такое вот видео. Хочу вам сказать большое спасибо. Спасибо за поддержку, спасибо за все-все, что вы меня как бы мотивировали. И всем хочу сказать, всем, кто худеет, как бы, чтобы держались, мотивации вам. И знаете, что это не тяжело сделать, как сделал это я. Ну все, буду с вами прощаться. Напишите обязательно комментарии, что вы думаете. Агой, ребята, агой! Ребят, поднимался ногами, получается, а теперь спускаюсь на таком фуникулёре. Видите? Везде тропинки, по тропинкам я вот так, тропинки, ступеньки, поднимался, вот так выглядит, видите, сверху. Правильно. И вот этот фуникулер, он бесплатный получается. Если у тебя есть проездной билет, ты едешь бесплатно. Также у него есть, получается, такие остановки. Видите? Такие заставки. Видите, 9:16. Никого нету. Сегодня воскресенье, рано. Так, потом поедем. Спускаемся дальше вниз.